Jai Radha Madhava Kunja Behari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Kunja Bihari. Jai Gopi Jana Balaba. Jai Giri Varadhari. Jai Gopi Jana Balaba. Giri Jai Gopi Jana Balaba Giri Varadhari. Gopi Jana Balaba Yasuda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Chira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Balabha Giri Varadhari. Gopi Jana Balabha Giri Varadhari. Jaya Gopi Jana Balabha Giri Varadhari. Gopi Jana Balabha Giri Varadhari. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Chira Vanachari. Yamuna Chira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Balabha Giri Varadhari. 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 Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna
Shri Ramandana Rajadana Ranjana Yasuda Nandana Yamuna Tira Vana Chahi Yamuna Tira Vana Chahi Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vala Ma Girivara Dhari Gopi Jana Vala Ma Girivara Dhari Gopi Jana Vala Ma Girivara Dhari Yasuda Nandana Rajadana Ranjana Yasuda Nandana Rajadana Ranjana Yamuna Tira Vana Chaya Yamuna Tira Vana Chaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jai Shiva Prabhupada Шрита Рашата Ши Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Такур Махарадж Прабхупада Ки Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Намачари Шрила Харидас Такур Ки Премся Кахо Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васади Гоура Бхакта Вринда Ки Ши Ши Радха Кришна Гопа Гопинат Радха Кунда Шьяма Кунда Гири Говардхан Ки Ши Вриндавандхама Ки Ши Майпурнава Двипадхама Ки Ши Чаганатха Пуридхама Ки Ганга Майи Ки Ямуна Майки, Туласи Дейвики, Бхакти Дейвики, Шихаринама Санкиртана Ки, Самаведа Бхакта Вринда Ки, Нитай Гоура Примананда, слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, слава собравшимся преданным, вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге, Джай Шри Шри Гуру Гуранга, 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 Джай Шри Гуру Гуранга, Джай Шри Гуру Гуранга, Джай Шри Гуру Гуранга, Джай Шри Гуру Гуранга, Hare
Так, Хари Кришна, дорогие преданные. Мы читаем сегодня 44-й текст 2 главы 7 песни Шримад Бхагаватам. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Суягьях нану аям шете мудхах ям анушочатха ях шота ях анувакта иха саха на дришьета кархичит Суягьонанф аямшете, мудхаям анушочатха, яхшотайо нувактеха, санадришьета кархичит, суягьонанф аямшете, мудхаям анушочатха, Яхшотайо нувактеха, санадришьета кархичит, суягьонан фаямшете, мудхаям анушочатха, яхшотайо нувактеха, санадришьета кархичит. Кархичит Суягьях, царь по имени Суягья, нану поистине, аям этот, шете лежит, мудхах, о неразумные, ям которого, анушочатха, оплакиваете, ях, который, шрота, слушающий, ях, который, анувакта, говорящий, иха, здесь, в этом мире, саха, он, на,
не дришьета, будет видим, кархичит, когда-либо. Перевод стиха. Ямараджа продолжал: «Не будь вы так глупы, вы бы сейчас не рыдали и не причитали. Царь Суягья, которого вы оплакиваете, никуда не ушел. Вот он лежит перед вами. О чем же вы горюете? Вы расстроены тем, что раньше ваш супруг внимал вашим речам и отвечал на них, а теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал вас и отвечал вам, находился внутри тела, и вы его никогда не видели. А тело, которое вы все эти годы видели, лежит перед вами, так что горевать вам не о чем». Комментарий. Это наставление, которое дал Ямараджа, приняв облик мальчика, понятно даже самому простому обывателю. Вообще-то людей, отождествляющих себя с телом, шастры сравнивают с животными. Ясятма будхи кунапе тритхатуке саева гокарах. Но даже такие невежды понимают: человек умер, значит, его с нами больше нет. Обыкновенные люди способны видеть только тело, а не душу. Но хотя родственники умершего по-прежнему видят его тело, они скорбят о тяжелой утрате. В Бхагавадгите объясняется, что внутри тела находится его хозяин, душа. Дехино смин ятха дехе. Когда наступает смерть, прекращается дыхание. А это значит, что тот, кто находился в теле, кто слышал нас и отвечал нам, теперь покинул тело. Так даже обыкновенные люди часто приходят к выводу, что в теле была душа, и что сейчас она его покинула. Даже им вдруг становится ясно, что тот, кто слышал их и говорил с ними, находился внутри тела, и что они его никогда не видели. А если они его не видели, какой смысл его оплакивать? Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гурабе Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Яна Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Вандехам Шри Гурох Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатханвитам Там Садживам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакханвитамшча Хе Кришна Каруна Синдху Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхе Вриндаванешвари Вришабхану Суте Деви Пранамами Хари Прием Ванча Калпа Тарубяшча Крипа Синдху Бьяевача Патитанам паваны пьё, вайшнавы пьё, намо намаха, нама ом вишну падая, кришна приштая бутале, шримате бхакти веданта, свами нити намине, намасте сарасвати деве, горавани прачарине, нирвишеша шуньяваде, паштятяде шатарине, джай шри кришна чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Прежде всего хочу попросить благословений всех вайшнавов, чтобы передавать послание Шрилы Прабхупады, быть полезным. Спасибо. Большая честь для меня читать лекцию по Шримад Бхагаватам, служить преданным, служить Господу. Итак,
Хираньякашипу утешает своих родственников, рассказывая им историю про царя Суягью, который был убит на поле боя. И Ямараджа, видя, как скорбят царицы, сам пришел в образе маленького мальчика и стал их утешать. И здесь это классическая тема отличия души от тела. Уже в целом ряде стихов она раскрывается. Шрила Прабхупада очень много об этом говорил. И здесь Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Вообще-то людей, отождествляющих себя с телом, шастры сравнивают с животными». Вот, то есть животные не видят разницы между живым существом и телом. И интересно здесь говорится, что «тот, кто слушал вас и отвечал вам, находился внутри тела, и вы его никогда не видели». То есть душа находится внутри тела, и душу сравнивают с батарейкой, которая оживляет машину какую-то, да, устройство. Без батарейки она не работает. И также тело, когда душа выходит из тела, тело сразу же очень быстро начинает разлагаться, очень быстро. Пока душа в теле, тело живет. Душа уходит, и тело уже бесполезно. Но мы душу не видим, и мы и себя отождествляем с телом, и люди, с которыми мы общаемся, тоже отождествляем с телом. Вот. Сегодня, недавно был день явления Нитай Чайтаньи Махараджи, сегодня особенный день, потому что сегодня будут вечер воспоминания Нитай Чайтаньи Махараджа, здесь 18:15. Да, разные преданные поделятся воспоминаниями, пожалуйста, приходите. И я помню, как для меня было таким открытием в какой-то момент, общаясь с Махараджем, я вдруг подумал, ну он всегда, знаете, такой большой, такой какой-то, ну, монументальный такой, харизматичный человек. И вдруг я подумал, а он же не тело, он же какая-то другая личность на самом деле, чем мы, я его отождествляю. Для меня это было таким открытием. И также, общаясь друг с другом, нам важно вспоминать об этом, хотя бы просто напоминать себе, что это другая личность, это определенная одежда, тело и тонкое тело, это определенная одежда, через это мы общаемся, и это важно, через эти, ну, оболочки мы можем общаться, взаимодействовать, служить друг другу. И служение телу и уму вайшнава – это служение вайшнавам, это ценно, это священно, потому что мы не можем общаться просто вот душа с душой, как-то парящие в воздухе. Но в то же время важно помнить, что личность, с которой мы общаемся, это что-то большее, чем тело. И Шрила Прабхупада, он отличался этим, что он равно относился ко всем, не только ко всем людям, а ко всем живым существам. Ко всем людям преданные рассказывают, что он называл своих первых учеников тоже хиппи каких-то странных, он назвал их леди и джентльмены, и он с уважением к ним относился к каждому, потому что он видел что-то большее, да, чем просто мы внешне видим. И как минимум нам важно себе напоминать, что это какая-то особенная личность, это частичка Кришны, спутник Кришны. Вот, сейчас мы этого не видим, и это может быть душа обусловлена, очень больше, меньше обусловлена, но факт остается фактом, что это спутник Кришны. Шрила Прабхупада также относился и к животным, и он говорил, что тот, кто осознает Кришну, он даже в муравье будет видеть частичку Кришны. Помните, Шутакирти Прабху рассказывал эту историю, как Шрила Прабхупада внимательно смотрел там на цветок в саду. Может быть, я что-то не совсем точно, но смысл такой. И потом подозвал своего слугу Шутакирти Прабху и говорит: смотри, там жук. А, на полу он был в комнате. На полу он был в комнате. Он говорит: он очень голоден. Я давно за ним наблюдаю. Возьми, отнеси его на цветок. Шутакирти Прабху отнес его, положил, ну, чтобы там он как-то мог покушать. Это история в книге, в чем сложность есть. И он был восхищен, что Шрила Прабхупада, Джагадгуру, он за этой дживой наблюдает. То есть
ну, факт, все же это дживы, дживы частички Господа. И да, вот это практичный момент, что общаясь друг с другом, нам надо помнить, что это кто-то больший, чем сейчас, и это живое существо. Джай, Шри Шинитай Гора Чандра Ки, Джай, Шри Джаганат Баладева Супадра Майя Ки, Джай. И это живое существо может само не осознавать, Шрила Прабхупада так и говорил, будьте осторожны, общаясь с преданными, вы не понимаете, кто они на самом деле. И они сами могут этого не понимать. Но преданные – это уже особые личности, потому что среди множества живых существ эти дживы получили милость, они уже на пути к Кришне, они уже восстанавливают эти отношения. Вот. И интересно, в прошлом стихе, очень хотел попасть вчера на лекцию Сахасрамурти Махапрабху, но Нитай приболел, поэтому не попал. В стихе, который был вчера, в комментарии, Шрила Прабхупада очень интересно пишет. То есть Хираньякашипу в своих наставлениях, он говорит, тело, душа, да, не горюйте о теле, вот, потому что есть душа. Но Шрила Прабхупада, наши ачарьи, они все время говорят о чем-то большем, чем просто разница души и тела. О чем они говорят? Да, о связи души с Кришной. Вот это важно. То есть не просто мы понимаем, что есть тело, есть душа. Этому имперсоналисты тоже учат. Это, конечно, истина. Это понимают и имперсоналисты. Но они не понимают, что каждая душа еще очень тесно связана с Кришной. И вот в комментарии к вчерашнему стиху это так ярко описано, мне очень понравилось. Кажется, что Параматма, Верховный Господь, существует отдельно от индивидуальных душ. Да, кажется, что Господь существует отдельно от индивидуальных душ. Так же, как огонь существует отдельно от дров, или воздух отдельно от ноздрей и рта. Ну, логично. Или воздух отдельно от ноздрей и рта, через который он проходит. Но в то же время индивидуальные живые существа неотделимы от высшей личности, сверхдуши. В этом суть Ачинтья Пхеда Пхеда Татвы, учение, которое раскрыл Шри Чайтанья Махапрабху. На первый взгляд, душа, находящаяся во власти закона кармы, существует отдельно от Верховной Личности Бога. Знакомо такое, что на первый взгляд душа отдельно от Верховной Личности Бога, да? Вот душа сидит, вот душа в теле. Но Господь отдельно, действительно так оно нам кажется, и ну, так оно и видится, да? На первый взгляд, душа, находящаяся во власти закона кармы, существует отдельно от Верховной Личности Бога. Однако, на самом деле, их связывают очень близкие отношения. Так Шрила Прабхупада говорит, на самом деле их связывают очень близкие отношения. Вот какой парадокс. То есть кажется, что отдельно, а на самом деле очень близкие отношения. Как в индийских фильмах, знаете, такой сюжет какой-то есть частый, там, что кто-то с кем-то, да, там ругаются, спорят, а в конце фильма выясняется, что они родственники. Там как-то это часто бывает. Потому что на самом деле это родственники, да. И также оказывается, что каждый из нас очень тесно связан с Господом. Очень тесные отношения, то есть родственные отношения. И дальше Шрила Прабхупада говорит, нам может казаться, что сейчас Господь не обращает на нас внимания. И действительно, часто так кажется, да, что мы отдельны от Господа, Он где-то далеко, и Он не обращает на нас внимания. Но Сам Он непрерывно наблюдает за нами. То есть, оказывается, Он непрерывно наблюдает за нами, то есть, оказывается, Он очень близко. Поэтому, что бы ни происходило, нам нужно просто полагаться на всемогущего Верховного Господа. Тогда мы сумеем восстановить свои сокровенные отношения с Ним. Господь повелевает всем, и мы должны уповать на Него и быть покорными Его воле. Вот, то есть оказывается, что каждый из нас очень тесно связан с Господом, и Господь наблюдает за каждым из нас. И не просто так отстраненно наблюдает, а наблюдает с любовью. Да, как любящий отец, вот эта притча о блудном сыне, Шрила Прабхупада ее тоже цитировал, он говорил, что все мы подобны детям богатого отца, которые забыли его и скитаемся на улице. Но он-то нас не забыл, и он ждет,
И поэтому, когда мы делаем шаг к Нему, Он делает к нам навстречу 100 шагов, 1000 шагов. То есть мы очень близко с Ним связаны. Но вот наша такая проблема, что мы это очень забыли. И сейчас наша задача пробудить эти отношения, восстановить их. Они потихонечку восстанавливаются. Наверное, каждый преданный здесь присутствующий подтвердит, что отношения восстанавливаются, да, и с каждым годом они становятся ближе. Если мы вспомним все, год назад, два, они становятся ближе. Но еще долгий путь их восстановления. Давайте прочитаем еще несколько стихов на эту тему. Мне очень нравится, я уже читал его не раз, 11 стих из 5 главы 7 песни. Это наставление Прохлады Махараджа. То есть нам важно видеть, что эта душа общается со всеми, не только с преданными, со всеми людьми. И вот в воскресенье была лекция Шрилы Радханат с вами для украинских преданных. Прекрасная лекция о Господней Симхе. Столько было интересного. 7.5.11 мы сейчас прочитаем. И Махарадж говорил, что мы должны следовать примеру Прохлады Махараджа и не придавать слишком большого значения различиям, не делить на друзей и врагов, особенно в обществе преданных. И в конце лекции Госвами Махарадж сказал, что ну, это реально сейчас большая опасность такая, что преданные, то, что сейчас происходит, что преданные, даже преданные делят друг друга по каким-то внешним телесным признакам. Но мы должны следовать примеру Прохлады Махараджа. И когда Прохладу Махараджа спросили Шандая Марка, как твой разум подвергся столь пагубному влиянию? Сам ли ты осквернил свой разум, или это сделали какие-то враги? Мы, твои учителя, с нетерпением ждем ответа. Пожалуйста, расскажи нам правду. Вот. И Прохлада Махарадж ответил: я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. О действии этой энергии я уже слышал из достоверных источников, а сейчас воочию вижу, как она сбивает всех с толку. Такие потрясающие слова. Правда, актуально сейчас. Мы можем воочию видеть, как она сбивает людей с толку. Прохлада Махарадж говорит: я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. Да, на каком-то относительном уровне действительно есть друзья, враги, но это относительный уровень, и мы не должны его абсолютизировать. Знаете, не то, что это дело всей моей жизни, что-то доказать. Где-то, да, у нас могут какие-то отношения возникать, в чем-то мы можем поссориться, с кем-то подружиться. Но это же относительно, это не абсолютная такая вещь, это временно. Это временно, и, ну, это не глубоко. Понимаете? Шрила Прабхупада во времена, когда он жил, была холодная война между Россией и Америкой, и он говорил, что русские ненавидят американцев, американцы русских, а в следующей жизни они рождаются американцами, потому что они думают, американцы рождаются русскими. Ну, он такой пример приводил. Это нам тоже может быть понятно, но мы можем тоже отнести, что если мы кого-то сильно ненавидим, мы можем родиться там потом и ненавидеть того, тех, кем были в прошлой жизни. И вот Прохлада Махарадж говорит: я склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, чья внешняя энергия, вводя разум людей в заблуждение, заставляет их делить окружающих на друзей и врагов. А действие этой энергии я уже слышал из достоверных источников, а теперь воочию вижу, как она действует. Так он говорит: я слышал, что есть такая энергия, а сейчас я наблюдаю, как это происходит. Потому что демоны, они четко делили, разделяй, властвуй. И дальше Прохлада Махарадж говорит: тот, кто ублаготворил Верховную Личность Бога преданным служением, становится пандитом и не видит больше различий между врагами, друзьями и самим собой. Обретя истинный разум, что значит не видит различий?
Дальше он объясняет это. Обретя истинный разум, такая душа думает: все мы вечные слуги Господа, поэтому нет разницы между одним живым существом и другим. Вот, все мы вечные слуги Господа. Еще по милости, и все это мы можем понимать по милости преданных, потому что вайшнавы нам открывают это знание, в свое время открыли, и сейчас помогают нам помнить об этом, заново открывают нам, глубже открывают. И вчера по милости Мукунда Гауранги Прабху мы прочитали прекрасные стихи, я очень благодарен, что он на них обратил внимание, из 22 главы Мадья Лилы Читания Чаритамриты. Прекрасные стихи, и мне очень запомнился 43 стих. Обусловленные души, это наставление Господа Чайтаньи, обусловленные души скитаются по разным планетам Вселенной, воплощаясь в разных формах жизни. Иногда, по счастливому стечению обстоятельств, одна из этих душ тем или иным образом оказывается спасена из океана невежества. Подобно тому, как одно из множества больших бревен, плывущих по реке, может случайно прибить к берегу. Такое поэтичное описание, что души скитаются по разным планетам Вселенной, а душ же бесчисленное множество, не миллиарды, а триллионы, бесчисленное множество живых существ, да? Там сколько бактерий тут в воздухе. И они скитаются, обусловленные души. Иногда, по счастливому стечению обстоятельств, одна из этих душ тем или иным образом оказывается спасена из океана невежества. Подобно тому, как одно из множества больших бревен, плывущих по реке, может случайно прибить к берегу. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Бесчисленное множество обусловленных душ лишено возможности служить Господу Кришне. Они не знают, как пересечь океан невежества, и волны перемен уносят их. Однако некоторым из них выпадает удача встретить преданных и благодаря общению с ними выбраться из океана невежества. Так порой бревно, плывущее по реке, случайно прибивает к берегу». Вот такое красивое описание. И мы должны с этой философской точки зрения смотреть, как души, бесчисленное множество душ, и мы в их числе. И нам посчастливилось по какой-то непостижимой удачи, милости преданных, нас как-то прибивают к берегу, и другие души еще не получили такой удачи. И поэтому, как тоже в этой воскресной лекции, воскресенье для украинских преданных, Шрила Радханатха с вами говорил: наша жизнь очень коротка, и всех нас ожидает старость и смерть. А в промежутке к этому, пока мы идем к старости и смерти, нас преследует много опасностей, мы можем даже не дойти еще до старости. И единственная цель нашей жизни в том, чтобы восстановить наши любовные отношения с Господом. И насколько это в наших силах помогать другим живым существам сделать это. Вот и все, да, для чего мы живем. Восстановить наши отношения с Господом и помогать другим. И поэтому, что касается нас, то тут все понятно, что мы стараемся как можно тщательнее следовать тому процессу, который дал нам Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада, уполномоченный представитель Господа, Господь послал его сюда. Шрила Прабхупада говорил: я не хотел приходить сюда, на эту планету. Но Кришна сказал мне: приди, напиши, оставь книги и возвращайся. Шрила Прабхупада пришел сюда ненадолго, и он дал нам процесс, все идеальный, полный процесс, как вернуться к Кришне. Все этот процесс туда, все, ну, уже все там есть, да. И нам надо только стараться как можно тщательнее этому следовать. Элементы практики понятны, внимательное воспевание святого имени в обществе преданных, максимально это лучше делать с преданными в храме, служение Господу, изучение книг, проповедь. То есть все это Шрила Прабхупада дал, эти азы. Мы над ними еще не поднялись, над этими азами, это для нас, и наши духовные учителя, они тоже этому же следуют, они показывают, это для нас, это фундаментальная программа. Вот. И также, как опять же Шрила Радханатха с вами сказал, что когда человек присоединяется к обществу преданных, нам нужно думать о том,
как ближайшие 50 лет он проживет в этом обществе, чтобы он оставался здесь, чтобы это бревно опять в океан не унесло. И об этом тоже важно думать, потому что уносят же бревна назад в океан, вроде бы да, тут и нас уносят. Вот. И интересно тоже, почему уносят нас, как опять же Махарадж говорил, что никто не уходит из общества сознания Кришны, потому что здесь плохая философия. Да, ну, очень редко. Где найти лучше философию? Где найти лучше музыку, просад, культуру? Нет такого, да, нигде в других каких-то конфессиях, нигде нет лучше. Но люди уходят, он говорит, потому что... Почему люди уходят? А? Совершают оскорбления, спасибо. Но вот он другую причину говорил. Да, он вот эту причину сказал. Ну, может быть, это не единственное, но мы видим, что действительно это очень логично и, ну, как бы, это очень практично. Что, когда у нас есть отношения, то есть, ну, просто люди так устроены, то есть, живые существа, это форма жизни такая, Прабхупада говорил, это социальное животное. Почему такая форма жизни? Потому что в духовном мире так. И тут в человеческом теле больше всего проявлено сознание, оно максимально близко, ну, к тому, к чистому сознанию, да, это тело. И мы стремимся к отношениям, и поэтому мы идем туда, где есть отношения, где меня любят, где у нас я могу быть полезен. И поэтому это очень практично, что в обществе преданных нам надо тоже это создавать, ну, насколько мы можем. Мы не совершенны все, поэтому, как... Такую историю рассказывали преданные из Чхупати про дикобразов. Может быть, вы слышали. Она мне очень нравится. Я расскажу, как дикобразы, они в теплых странах живут, но несколько дикобразов завезли в Днепр. Это было летом, и все было хорошо. Спокойно они жили, никто не тужил, все хорошо. Но потом стало холодать, наступила осень, зима стала приходить. И они стали мерзнуть, потому что они не привыкли к такой погоде. Они стали замерзать, и им стало очень тяжело. И что они стали делать тогда, дикобразы? Им негде было укрыться, это на воздухе было, то есть некуда было спрятаться, согреться. Они стали прижиматься друг к другу, чтобы согреться. Но проблема в том, что у них же иголки, да, и поэтому невольно они стали колоть друг друга этими иголками. То есть они и согревались, и кололись. То есть ты вроде согреваешься и колешься. И тут разные дикобразы поступили по-разному. Некоторые дикобразы решили, что это слишком тяжело, это слишком больно, все эти уколы, я не хочу это терпеть. И они отошли в сторону. И тут грустный момент, они замерзли. Вот они замерзли и погибли. А другие дикобразы решили, что я потерплю эти уколы, но зато я согреюсь. И они согревали друг друга, и они выжили. Да, и в этом проблема для нас, что действительно, ну, мы далеко не совершенны, мы не в ведической культуре родились, да. И поэтому у нас есть тоже иголки, эти острые края, и мы колем друг друга. Но мы стараемся не колоть, да, и стараемся создать такие условия, чтобы преданные оставались, насколько мы можем. Вот. И как говорил Нитай Чтани Махарадж, тоже сегодня как-то он вспоминается, он цитировал слова Шрилы Раганатха с вами, что уровень нашего духовного прогресса определяется тем, как мы общаемся с самым незначительным преданным, да, как мы с ним строим отношения. Вот. Ну что, будем подводить итоги, как бы уже этой лекции, затем обсудим. То есть здесь говорится о различии души и тела, снова и снова об этом говорится. И мы говорили, что душа, что мы все души, и важно видеть этот аспект, и мы все связаны с Кришной. Может казаться внешне, что мы отдельны, но мы связаны.
На самом деле мы связаны, и Господь наблюдает за нами, делает нам 100 шагов на каждый наш шаг и ждет нас. И цель нашей жизни в том, чтобы эти отношения восстановить, потому что, ну, очевидно, что тут мы счастливыми никак не сможем быть. Это как-то с каждым днем все очевиднее становится, да, и очевиднее, что это надолго, и ничего не закончится, как бы, да. То есть кали-йогу не закончится уже, ничего, ну, вряд ли будет спокойно, как-то так. Это же кали-йога, и дальше будет еще тяжелее, это предсказывается. Поэтому, ну, и это хорошо даже, что мы уже разочаровываемся здесь в счастье. Это понятно философски нам, но в то же самое время, если у нас нет вкуса в обществе преданных, то мы тогда вернемся искать вкус там где-то, в этой кали-юге, потому что душа не может без вкуса, без отношений. И поэтому задача наша – создавать такие отношения, среду, чтобы преданные не уходили, вот, чтобы они оставались здесь, потому что процесс долгий на всю жизнь, 10 лет, 20 лет, 30 лет – это мало. Нужна вся жизнь, и, может быть, еще жизнь понадобится потом. Процесс не быстрый. Это тоже мы видим вот просто практично, что не сразу это происходит, требуется время. И как вчера Рамарупа Прабу рассказывал. Это для нас он не быстрый, а так для Кришны это одно дыхание. Да, для Кришны это одно дыхание. Рамарупа Прабу вчера рассказывал, что когда ушел Шрила Прабхупада, то его ученики, уже у них не было такого возвышенного общения со Шрилой Прабхупадой, и остались те, кто смогли найти прибежище друг у друга, в общении друг с другом, и так научиться строить эти отношения. Ну, видя в преданных садху, как Гирираш с вами рассказывал, что у меня было общение со Шрилой Прабхупадой, я всегда у него спрашивал, но когда он ушел, мне не у кого было спросить. И тогда я увидел своих духовных братьев некоторых, и я стал общаться с ними, медитируя, что через них мне говорит Шрила Прабхупада. Вот. И так эти преданные остались, мы видим, какое они прибежище находят в отношениях друг с другом. И это сейчас тоже очень практично, потому что что-то подобное происходит сейчас, в этот период, да, времени. Хотя наши, ну, старшие вайшнавы, они не ушли еще, но они не так доступны, как раньше, да, когда каждый год приезжали постоянно, достаточно много было общения. То есть сейчас этого становится гораздо меньше с каждым годом. И поэтому это так актуально сейчас нам искать прибежище в отношениях друг с другом, вот, и прижиматься друг к другу. Я сегодня утром просто об этом думал, что кто-то, я на машине не езжу, но кто-то мне вчера сказал, что бензин втрое подорожал. Я не знаю, мне кажется, вряд ли втрое, да, но прилично, втрое прям. Ну, в общем, прилично подорожал, и я что-то сегодня во время джапы об этом подумал, хотя я и не езжу на машине уже вот 3 месяца почти, никаких проблем нету. Но все равно меня что-то так забеспокоило, стал думать, вау, это же все продукты дорожают, это. Прямо во время джапы. И я подумал, почему я об этом стал думать? Потому что я джапу повторял дома один. И когда я повторяю с преданными в храме, или даже через Zoom мы с преданными иногда повторяем, мысли об этом гораздо меньше. Я просто об этом подумал, что надо просто быть с преданными больше, и тогда меньше этих мыслей, а иначе нас майя затягивает, да? Мне уже захотелось взять телефон, посмотреть новости, но я как-то удержался, вот, хотя не всегда удерживаюсь во время джапы, честно скажу. Но когда мы с преданными, то... Да, дочка тоже, она смотрит, папа, не читайте дурацкие новости, мне говорит. Но когда мы с преданными, мы удерживаемся, да? Мы не можем это сделать. Поэтому, мне кажется, надо больше быть с преданными, ну, больше сейчас использовать интернет, храм, да, просто больше, и, ну, прижиматься друг к другу, это реальная защита. И мы видим тут преданные, которые здесь в храме, да, им легче выжить, так сказать, и кто возле храма, да, преданные, кто дальше, им труднее, поэтому надо как-то это распространять, да, еще делать храмики, группы общения, да, так прижиматься друг к другу. Как вчера мы общались с Адикави Прабу, вот, с Мукунда Гурангой Прабу, Ишуда Кумара Прабу, Рамарупой Прабу, мы встречались вместе, и мы созванивались с Адикави Прабу. И он рассказывал, как в Киеве преданные собрались, когда развивалась программа заботы о преданных, на Махаты. Я что-то Прия Прабу спросил у преданных,
Вайшнава, а сколько преданных в общении мы хотели бы охватить этой программой заботы о преданных? Вот, не помните, что там? Да, планку взяли 80, но сейчас где-то 50, да? То есть 50% преданных в Ятре, вот, они в каких-то малых группах состоят и там общаются. То есть есть кто-то, кто заботится, они дружат. Малые группы, где-то 50, но Адикай просто сказал, что даже это очень хорошо, это уже создает атмосферу. И я не знаю, сколько в Днепре примерно так охвачено этой программой, да? Не знаю, надо будет тоже это исследовать. Вот. Спасибо большое, преданные, за внимание. Если есть вопросы, добавления, пожалуйста, Гаурарай Прабху. Когда, сколько длилась беседа Кришны с Арджуной на Курукшетре? Сколько? Ага. Ну, чуть больше 2 часов, да, я так понимаю? 40 минут. Ну, да, вот ага. Я слышал такую да, версию. Да, да, я точно. Просто точно да, не могу. Так. Смотрите, к нему пришло осознание. Ага. Он начал убивать ага. живых существ. Ага. Мы сталкиваемся с конкретной войной вот сейчас, ага. да, ситуация. Ага. До какой степени наша динамика, вот понимание этих вещей, то есть мы вот это культивируем, да, то есть ага. есть душа, мы душа, есть ага. тело. До какой степени мы это реализовали практически, Вигьяна? Я ни в коем случае не противопоставляю, ага. а скорее мой вопрос ага. в том, ровно настолько, насколько мы реализовали в реальности свое духовное положение, каковы наши действия. Понимаете? Потому что можно или быть в глухом невежестве, соответственно, один результат. Можно быть, можно казаться реализованным преданным, но этой реализации нет практически. Но поведение, ну, мы можем имитировать это. Но когда у нас есть реальное представление какое-то вот сложившееся, чтобы это не напоминало, извините, шизофрению. Разницу, знаете, вот как раздвоение личности. Раздвоение личности в чем? В том, что я внутри один, а внешне я другой. То есть вопрос, как... Насколько я реализовал себя, насколько этот момент вот, духовной жизни, каковы мои действия в практическом воплощении. То есть разница в том, что есть ну, достаточно стопроцентное, условно говоря, понимание, что я душа, и какая я душа, свою сварупу понимать, уже вступать в взаимоотношения с Богом. И где я конкретно, соответственно, мои действия. Если Арджуна осознал свою природу духовную, он в принципе всегда ее знал. Да. Это коллизия, мы знаем, да. эту историю произошла для нас, да, да. сколько он осознавшаяся душа. Ну, то есть, насколько я реализовал, каковы мои действия, чтобы не играть? Ну, да. Арджуна, пожалуйста, Арун Кришна Прабху, да? Арджуна стал делать то, что ему говорил Кришна, который выступал в роли его духовного учителя. И также Шрила Прабхупада нам объяснял, что на этом примере у нас тоже есть старшие духовные учителя, да, учители, и мы делаем то, что они нам говорят, ну, это вот в общем, у каждого своя, может быть, ну, задача, да, какие-то свои, ну, своя роль, кто-то служит в армии, кто-то в Food for Life, кто-то просто там учитель, например. Спасибо. Вот, и также ну, нам надо делать то, что нам говорят наши духовные учители, наши старшие, вот, и все, свериться. В этом наша реализация, что я душа, то есть следуя наставлениям свыше, мы постепенно осознаем себя. Мне очень понравилось, что сказал наш Джибиси Шрила Ниранджана Махарадж. Он сказал, что жизнь преданных очень-очень дорога.
Я перефразирую его слова, но смысл такой. Он говорит, что все это кончится, война кончится, все проходит. И потом, даже не потом, а уже и сейчас, можно сказать, и потом нужно будет проповедовать людям, потому что люди будут еще более восприимчивые. И кто это будет делать, если не преданные? Поэтому жизнь преданных очень дорога. И так же, как и Шварапури Прабху сказал здесь на лекции, что ну, наша главная задача, которую за нас никто не сделает, да, никто, никакое, ну, никто не может сделать то, что могут сделать преданные, давать людям сознание Кришны. Кто это даст? Поэтому в целом в этом основная задача нашего движения – давать людям сознание Кришны. И, как мы говорили, тут два аспекта. Проповедь и забота о преданных, они связаны, потому что если мы просто проповедуем, люди приходят, и мы же видим, даже здесь, какая глобальная проповедь Днепре была, ну и остается. Это уникальный город на всей планете, потому как массово в сознании людей люди знакомы с преданными. Это уникально, таких городов мало, я думаю, что их очень мало, где вот настолько широкая масса людей, простых людей, знают преданных. Согласны, что это мало на этой планете? Но есть и вторая часть. Люди знают, люди даже приходят, но чтобы они здесь остались, да, чтобы хотя бы там 10% людей, которые сюда ходили, чтобы они остались здесь, в храме, в активном состоянии, в активном служении. Вот эти две части связаны, и мне кажется, что вот в этих двух частях мы находим, каждый находит свое место в проповеди огромной кшетры и в заботе о преданных. Вот. У нас с вами был разговор, очень короткий, воскресенье, двухминутный. Я почему-то сейчас вспомнил эту историю, поскольку вы сегодня иллюстрировали, что мы должны сближаться, поскольку почему преданные, одной из важных причин, почему преданные оставляют это движение, потому что в действительности нет доверительных отношений, дружеских отношений. Я же вспомнил эту историю преданного, все знают Шиши Прабху. Когда он оставил тело, у него было определенное 8 лет большие трудности с определенным, ну, в общем, у него были проблемы, и он оставил тело, и один преданный впоследствии сказал одну фразу. «Мы были настолько равнодушны к тебе, чтобы не помочь тебе решить». Он тело оставил, хотя очень незаурядный вайшнав, очень необычными качествами и так далее. Каждый видел, каждый сталкивался с ним. Да, это его обусловленность. Это да, у него была вот эта слабость его и так далее. Без подробностей, сам факт заключается в том, что лично для меня это пример безразличия и имперсонализма в взаимоотношениях с близким человеком, потому что можно также общаться с таким преданным, но общаться абсолютно на материальной платформе. Спасибо, Гаврарай Прабху, спасибо за дополнение. Пусть другие преданные тоже скажут. Хотел дополнить сначала по вопросу. Конечно, когда Арджуна стоял на поле битвы, был рядом с ним Кришна, и Кришна ему объяснял, достаточно было легко понять, что ему делать, как ему делать, то есть там проблем не было. Поэтому за такое короткое время Арджуна реализовал, понял, что от него хочет Кришна, Господь, и начал действовать. В нашей ситуации очень тяжело. Рядом с нами не стоит Кришна. И много разных у нас там анарт, которые живут в нашем сердце, то есть выражены в различных желаниях. И что нам делать? Поэтому в таких ситуациях Кришна тоже сделал для таких людей, как мы, тоже дал определенный план действий. И он начинается с исполнения своих обязанностей. Когда человек начинает выполнять свои обязанности в системе Варнашамы. То есть там проявлена его природа, в соответствии с этой природой он задействует. И таким образом, когда в центре Кришна начинает прогрессировать, чтобы прийти к такому пониманию, что я являюсь душа, мы не можем просто так вот сказать, я душа. Вот смотрите, даже в этой истории Хираньякашипу, будучи уже реализованной личностью, он совершал аскезы, в костях содержал душу, да, и, ну, там жизненный воздух, там, ладно, говорит о душе, передает то знание, но все равно противоречит Богу. Просто сама информация, она не дает нам той реализации полной, потому что мы еще должны действовать как душа. И сначала начинается с Варнашамы, то есть мы следуем, выполняем свои обязанности. Обязанности также помогают
очень важно строить отношения правильно, потому что если каждый человек совершает свои обязанности, гармония в обществе доходит до совершенства. И отношения принимают достаточно правильную форму. И это есть самая лучшая форма заботы. И когда уже мы достигаем совершенства, что означает «я»? Реализовался настолько, что я постиг сферу душу, которая непосредственно получает указания от сферы души, да? Тогда я уже могу действовать, это уже другой уровень, когда я уже могу действовать в соответствии с указанием сферы души. И эти действия могут уже отличаться от просто даже внешней формы варнашамы, потому что человек уже действует непосредственно под указанием Кришны. Поэтому есть разный уровень, вот это вот совершенство. Спасибо. Но у меня вопрос еще, может быть, тоже к этому дополнение. Вот вы привели пример, что Прохлад Махарадж дает, как бы объясняет своему отцу, что Хираньякашипу, что он делит людей на друзей и врагов. Вот можете объяснить этот момент с той точки зрения, чтобы вот понять, потому что хотя он и говорит о каких-то делениях, то есть каком-то так называемом равенстве, да? Тем не менее, он же сам не принимает философию и принципы своего отца. Да, спасибо большое. Да, это тоже Махарадж объяснял, что Прохлад Махарадж любил своего отца, но он понимал, что если он согласится с тем, что хочет его отец, то он совершит большое насилие по отношению к его душе, то есть он отцу окажет медвежью услугу. Вот, но при этом, когда был убит Хираньякашипу, о чем попросил Прохлад Махарадж Господа Нарисимху? «Освободи моего отца». А Господь сказал, он уже и так освобожден. Вот, то есть он внешне, да, есть... Я это понимаю так, что внешне могут быть какие-то, ну, действительно, границы, что-то, да, но мы не относимся к этому, ну, как сказать, как к делу своей жизни. Даже какие-то вещи, ну, понимаете, государственные, национальные, это на эту жизнь, это важно, но это не навсегда. И мы видим шире, что души, да, что это душа, это душа. Я вот так понимаю. То есть есть относительные какие-то границы, на нас нападает человек, мы защищаемся, естественно, да, мы не говорим все друзья. Но при этом мы понимаем, что это джива, и, пользуясь возможностью, мы будем ему проповедовать. Но это так вот в общих. Хотя Прохлад Махарадж, ради него убили его же отца, он там тоже в стихах, он там говорит, ну, когда Кришна, ну, Нарисимха просит у него какие-то там благословения, говорит, ну, ты и так уже убил демона, ну, уже все, что ты можно, ты сделал. То есть мне больше особо и так. Но равное отношение заключается, знаете, в чем? Вот в соответствии с этой историей, что ты, и даже приведенный вами пример, в том, что такие личности желают добра всем. Благо. Поэтому Прохлад Махарадж и просил Нарисимхадеву дать освобождение своему отцу. И в этом равное отношение, что они желают добра. Но они все равно видят разные поступки, которые могут совершать в соответствии с обусловленностью. Они могут не принимать какие-то поступки и даже критиковать их за это. Шрила Прабхупада, он когда умер этот мистер Н, да, он очень так сказал, он наконец этот демон. Демон, так его назвал, этот Камса. Камса называл, Камса, который мешал это все. И он был рад, он был счастлив, что этот демон умер. Да, да, но он любил его душу и... Ну, понятно, несомненно. Я же говорю, что вот такие это. Как личности, как Прохлад, они почему? Потому что, находясь на уровне осознания души, осознавая, что я душа и слуга, они всех вот так воспринимают. Да, просто вопрос обусловленности – это временный фактор. Кстати, я хотел первый вопрос задать. Насколько важно материальное тело, хотя мы его тут хаем, насколько оно важно для нас и почему оно обладает временной природой? Почему вот в материальном мире оно обладает временной природой? Зачем это так вот? Насколько важно для нас материальное тело и почему обладает временной природой? О, какие вопросы. Ну, на первый легче ответить, потому что Прохлад Махарадж говорит, это тело особое, хотя оно недолговечно, но оно дает величайшее благо, человеческое тело.
Да, это величайшее благо. И, кстати, вот интересно, я тоже недавно слушал лекцию о Господе Чайтанье и Шрила Прабхупада, как они заботились о телах преданных и об их умах, даже вот об этих аспектах. Ну, это, ладно, другая тема. В общем, может быть, вы поможете ответить на этот вопрос? Хари Кришна, спасибо за лекцию. Ну, я на первый вопрос попытаюсь ответить, так как говорил Гуру Махарадж, Бхактивиньяна Свами Махарадж. Он объяснял, что если взять даже так вот с материальной точки зрения, да, тело, если мы начинаем употреблять вещества, интоксикации, какие-то вещи, оно не приспособлено, оно начинает болеть, разрушаться, то есть какие-то вещи на него воздействуют. Тогда спрашивается, для чего что-то нужно телу? А тело нужно для того, чтобы получить знания, осознание. Для этого оно приспособлено. То есть оно, когда получает знания, оно не разрушается. То есть, и оно, даже вот если взять любые удовольствия, которые вот есть, там, перепробовать, там, ну, наркотики, там, я не знаю, еще какие-то вещи, они все воздействуют на тело пагубно. То есть, даже еда пагубно действует, по большому счету. И вот он объясняет, что тело оно, ну, дано человеку для того, чтобы он мог осознать Господа, то есть получить знания. И таким образом развиться. Это своего рода как бы инструмент. Но второй вопрос, он говорит, что понимание того, кто и как использует этот инструмент, или для наслаждения, или для того, чтобы реализоваться, то есть получить знания. Спасибо. Знаю, смог ли я ответить на вопрос? Попросим Тарун Кришну Прабу еще добавить по этому вопросу, помочь ответить на этот вопрос. Второй, почему временно? Ну это вообще так, как, знаете, в дзен-буддизме есть такое куаны. Это, ну, такие вопросы, там над ними надо размышлять. Мне трудно ответить. Почему временно? Ну, чтобы мы не привязывались, похоже, так сильно. Вот оно временно, чтобы мы меняли тела. Само материальное тело описывается как комок невежества. То есть это говорит о том, что душа получает это тело, а что-то... Материальный мир, сама природа материального мира создана для того, чтобы живое существо могло получить какую-то реализацию. И начиная с низших форм, живое существо получает какие-то реализации там, на уровне чувств. Да? Там, я не знаю, инфузория туфельки, там свою реализацию, там, я не знаю, вкуса или каких-то рыбок. Там. Человек получает возможность там, пяти чувств использовать. Да? Познающих, там один, ну, у него 11. Да? И вот само по себе, с одной стороны, душа, обуславливаясь этим телом в соответствии с определенным желанием наслаждаться отдельно от Кришны, но оно в этом мире должно получить разочарование и в конце концов понять, использовать это тело правильно, чтобы вернуться. Опять же, нам тело нужно использовать, чтобы вернуться, особенно человеческое. Что касается временности, то такого материальный мир вечно только в духовном мире. И это кардинальное отличие материального, потому что тогда бы мы не чувствовали разницу между материальным миром и духовным. Жили бы себе и не могли бы реализовать или достичь того смысла, который вложил в материальный мир Кришна. Спасибо. Надо уже завершать нам, похоже. Можно еще спросить к этому? Если очень коротко. Да, а можно это назвать еще как право выбора тоже дает Кришна? Что делает тело это смертным тоже? Ну, временным. Временность? Ну, да, вот что тело временно, но... Так во временности это право выбора нет. Оно временно. Вот. Ну, какое-то время. Да, но у нас не будет возможности, если мы привяжемся к этому, не будет возможности выйти на трансцендентную, ну, вернуться обратно к Кришне. Потому что мы привяжемся к этому, к деятельности. Ну, так вот, временность как раз заключается в том, что, чтобы мы не привязывались. Временность как раз и говорит о том, чтобы мы избавились от этой привязанности. Одно слово «временность» – это уже противоречит духовной природе. Для нас мы хотим вечности. А временность, это она уже неестественна для нас. Поэтому так нам не хочется умирать.
Но это же обусловленное состояние. Мы сейчас говорим о чистом состоянии, как, чему оно предназначено и почему эта природа временности она дана здесь. Некоторые, да, перерождаются. Ну, кому к невежеству, давайте так, там по-разному описываем. Ну вот зачитывался стих интересно, где все связано с Кришной. Некоторые думают, что они отделены от Кришны, а все связано с Кришной. То есть мы даже это тело, даже время, все в этом мире связываем с Кришной. Если мы начнем, научимся связывать это все с Кришной, и мы поймем, что хочет Кришна от этого всего, тогда мы будем на любой вопрос, что тело, для чего топлено, чувство, ум, мы тогда все поймем, как это использовать, потому что это, ну, имеет связь с Кришной. И Кришна знает, как это использовать, а мы не знаем. Спасибо. На первый взгляд, душа, находящаяся во власти закона кармы, существует отдельно от Верховной Личности Бога. Однако на самом деле их связывают очень близкие отношения. Нам может казаться, что сейчас Господь не обращает на нас внимания, но Сам Он непрерывно наблюдает за нами. Поэтому, что бы ни происходило, нам нужно просто полагаться на всемогущего Верховного Господа. Тогда мы сумеем восстановить свои сокровенные отношения с Ним. Господь повелевает всем, и мы должны уповать на Него и быть покорными Его воле. Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гоура Примананда. Хари Хари Бо. Шрила Прабхупада Ки Джай.